Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Тупик Геймс. Мы на аккаунте Михалыча, ребят, и решил все-таки я отснять три события вот таких вот, привальчики у дороги. Посмотрим, насколько у нас хороший лутец здесь будет. Понятно, что тема заезженная, но надеюсь, что у нас должно все получиться неплохо. Итак, первое событие у нас на аккаунте Михалыча, ребята. Вот такие, иди своей дорогой. Тут мне не сильно, конечно, рады. Держись подальше, проблем не будет. Короче, они здесь охотятся на оленей. То есть здесь неплохо можно таки нафармить мясо и кожи. То есть этим тоже нельзя не воспользоваться. Смотрите, о, ого, они сами начинают агриться. Мне такой первый раз, потому что я всегда первый начал. Смотрите, смотрите, как он бежал ко мне. Короче, никаких проблем нет. Захавал две аптечки, минусанул, минус три парни. Сразу же обратим внимание на то, что здесь шмот бывает довольно-таки неплохой, и воспользоваться им тоже нужно со всей силы. Так, следующий у нас пацанчик. Вот, ботиночки. Эти, конечно, кеды мы не берем, потому что, ну, как бы, я в такой обуви, в принципе, не нуждаюсь пока что. Надеюсь, что в дальнейшем тоже не буду нуждаться. Вот, ботиночки такие мы еще возьмем. Ну, кувалду тоже, в принципе, и кувалдой тоже мы сможем помахать неплохо. Разобрался я с парнями. Теперь самое вкусное. Это чопперы, которые здесь есть, и, конечно же, мы не можем их не залутать. Это брать ботиночки спецвойск, практически, ну да, немного надбитые, но практически целые. Разрушитель тоже полностью практически целый, мы это все забираем. И также вот такой вот чоппер, толстяка красочка, здесь два талона, 17 железа, железных слитков, и эмочка с прицелом X2, тоже прочность у нее довольно-таки неплохая. Можно слить немного бензина, если вам, ну уж, очень туго по поводу бензина. Поохотиться на оленей, то есть набрать, я не знаю, даже ни разу не заваливал здесь всех оленей. Попробовать можно, если осторожно. Так, вот эту можно удалить. Я не знаю, сколько здесь оленей, конечно, можно завалить. Ну, я сейчас попробую именно этими заняться. Вроде бы всех оленей я замочил, которые были на этой локации, и у меня собралось 10 кусков мяса и 11 шкур. С одного не выпало мясо. То есть получается 11 оленей здесь можно найти, но если не считая этих трех, которых я замочил, в лице выживших. Мы плавно переходим на следующий аккаунт и, надеюсь, тоже на привал дороги. Подготовил все я к тому, чтобы залутать еще один ивентец. То есть это тот же, как говорится, привал у дороги. Сейчас мы выезжаем на глобальную карту, и где-то здесь у нас он есть. Вот он, привальчик. И давайте же посмотрим, что мы сможем добыть с этого ивента или события. Наверное, это все-таки событие. Ивент — это, я думаю, несколько каких-то последующих заданий, ну или событий, которые связаны между собой. Ну а это событие у нас появляется каждый день. Походу, нам сегодня повезло, ну или не очень, потому что у нас два одинаковых ивента. Мы уже знаем, что здесь 11 оленей, ну и этих три тоже оленя здесь ходят. Так, у меня сегодня с собой дробовик вот такой вот красивый. Я думаю, что просто-напросто на изи мы их всех сольем. Даже в оленя он там вальнул, одного и второго вот валю. Ну и даже картечь нам не понадобилось. Опа, мужик, что случилось? Где все делись, да? Вот это, конечно, тупой немного один из них. Пока тут я его парней расстрелял, друзья, он себе там оленчика разделывал. Большая аптечка и вода. Кстати, сет вот этот еще неплохо себя покажет, думаю, на некоторых локациях. Можно будет неплохо в нем пофармить. Вот, это тоже неплохой сет, ребят, смотрите. Мне только ботиночек не хватает. Эти ботинки, ну уж совсем убитые, чтобы их забирать. Кеды, да, да. Ну, тут кеды, тут понятно. Зато два глока, ребят. Тоже, кстати, сет без ботинок. Вот такой сет, пожалуй, мы оставим. Не буду его брать. Вы видели, олень жрал этого мужика. Ух, олень, где ты делался? Это олень-людоед, просто жесть, блин. Только отвернись от них, от этих оленей. Они тебя сожрут заживо.
штанишки, штаны спецвойск. Ну, самопал, прочность полностью максимальная. С одной стороны, это хорошо, на трех. Ребят, смотрите, он опять подходит сюда, этот олень. Иди отсюда, блин. Уйду, потом будете жрать своих выживших. Получается, что самопалом троих можно яростных гигантов убить. Также у нас здесь талоны оранжевые. Глок полностью практически целый. Ну и канистрочка бензолинчика. Все, что нужно для того, чтобы ну, себе без проблем продолжать выживать в Last Day on Earth Survival. Хопа, оленя сбил. Да ладно, шоколадно. Ладно, давайте, наверное, попробуем. Ой, хорош, еще одного сбил. Не буду я собирать с них мясо и кожу, а мы плавненько переходим на следующий, ребят, аккаунт. Ну что, ребят, пришлось немножечко подождать, и привальчик у дороги, вот он, наш любимый. С помощью энергии хотел бы добраться в ближайший, ребят, лесок, вот он. И, конечно же, продолжить уже из привала в дороге, то есть на бензине доехать. Посмотрим, что же и в этом привале будет, если и здесь оленина, то даже будет как-то немного смешно. Вообще бывает, если честно, по-моему, три разных событий с привала в дороге. Там, где нужно помочь отбить этим бродягам толпы зомби, которые валят на них. Потом там, где они где-то перестрели одного из выживших и тоже. То есть ты или помогаешь ему убежать, взяв огонь на себя, либо, конечно же, ждешь, пока они убьют выжившего, ну и, конечно, потом уже выстреливаешь их и забираешь лут. Ну и вот это третий, три раза, просто реально, ребят, три раза одно и то же. Ну ничего, я сильно не переживаю. Сейчас сходу же делаем ветер, автохилом хилимся. Конечно, я буду осторожен. Если что, аптечки тоже не забуду юзать. Одну аптечечку плюс автохил. Неплохо. Проверим, что же нам сегодня выпало. Всего лишь штаны и кувалда. А вы заметили, что каждый раз здесь выпадает что-то разное? То мачете, то кувалда, то вот глок. 5 бутылок воды. То есть реально каждый раз что-то новое выпадает. В принципе, это небольшой, но плюсик в этом есть. Всегда разный лут с ребят выпадает. Глок, конечно, в этот раз убитый совсем глок. И, по-моему, вот неплохой такие сетики я все-таки сгруппировал. Ну, даже если бы еще торс брони спецвойск был бы тоже набитый, был бы вообще круто. Неплохо, неплохо. И теперь остается у нас только забрать такие лут, который лежит в самых чопперах. Разрушитель. Ну, по-моему, один разочек там лупанули этим разрушителем, и вот он. Ну, и, наверное, в ботинке, наверное, раз 5 кошечка подписала, и вот они немного надбитые. Фух, бабах, и второй чоппер смотрим. Ой-ой-ой, да ладно, миниган. Это жесть, ребят. Я первый раз получаю миниган за все столько игры. Вообще, в Last Day on Earth Survival именно на привале в дороге. Это просто круто. Прикол. Первый раз у меня такое. Это жесть. Миниганище на привале у дороги. Да, может быть, гранатомет? Нет, нету. А зря. Ну что, осталось только погонять наших оленчиков. Здесь у меня тоже щенки живут, растут. И, конечно же, 11 мяса мне не помешает. Оленя кулаком добить, наверное, нам не удастся. О, а на спринте догнать оленя можно? Давайте, давайте. Опа, олень на спринте. Ну, это олень остановился. Ладно, используем этот глок. Я расстреляю всех, ребят, оленей, которые здесь есть. Конечно же, максимально с них заберу также полезный лутец себе. Ну, а с вами, наверное, будем прощаться. Ведь не так уж и интересно смотреть, как убиваешь оленей. Надеюсь, вам хоть немножечко понравился этот ролик. И вы заслуженно влепите лайкосик под этот видосик. Не забывайте, ребят, также оформлять подписку на канал. Ведь поддержка ваша очень сильно важна для дальнейшего развития канала Михалыч Топик Геймс. Так, в принципе, всем удачи. Не забывайте, кстати, также писать комментарии.
Всем пока. Ну и обязательно, конечно же, увидимся в следующих видео, ребят.